Нет, мы самые невероятные питомцы на свете. Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения. Празднование Хэллоуина. Скоро Хэллоуин. Как же здорово! Пойду куплю еще. Привет, дядя! Дядя, пожалуйста, он снова исчез. Тыквы? Что ж, придется открыть питомца самой. Я сгораю от нетерпения. Леди Джиджи, взгляните, какие цвета! Леди Джиджи! Знаешь, Леди Джиджи, кажется, эти тыквы перезрелые и могут испортиться. Как поступить с ними? Отличная идея! Тыквенное варенье! Вот это да, дядя! Как же тут стало красиво! Представляешь, пропали мои тыквы! Я купил 3 тыквы, чтобы украсить ими наш салон! Не знаешь, где они? Упс, не знаю, но они появятся. Очень надеюсь. Сейчас их не сыщешь во всем городе, а без них все пропало. Давай лучше займемся леди Джиджи. Она отправляется на празднование Хэллоуина и попросила сделать ей прическу шопинг-стайл. Помнишь такую? Ну, конечно, эта прическа как раз для такого случая. Послушай-ка, ты не видела мои тыквы? Сейчас самое главное, чтобы леди Джиджи ушла отсюда с классной прической. И для этого нам понадобится расческа, резинка, аксессуар для прокрутки волос, флакончик с блестками, ободок, ну и, наконец, ожерелье. Приступим! Как вы уже знаете, первым делом нужно ее расчесать. Это облегчит нам задачу. После этого мы с боков возьмем 2 пряди волос и при помощи резинки соберем их в хвостик посередине. Теперь, когда хвостик готов, мы возьмем вот этот аксессуар и с помощью него прокрутим пряди. Смотрите! Берем хвостик, пропускаем его через отверстие, после чего оттягиваем аксессуар вниз. Вот так. А сейчас возьмем блестки и по своему усмотрению нанесем их на волосы. Они теперь будут сверкать. Можно теперь я? Я обожаю это делать. Возьмем ободок и наденем его сверху. Ну и напоследок ожерелье. Та-да! Потрясающе! Давай сделаем фотку и выложим ее в соцсети. Добавь к фотографии сообщение, не видел ли кто мои тыквы. Дядя, должна тебе кое-что сказать. Видишь ли, это я взяла твои тыквы. А, все нормально, я тебя прощаю. А где они? Подержи, леди Джиджи. Варенье? Ты сделала варенье? Прости, дядя. Я не знала, что ты хочешь украсить ими салон, и я решила сделать тебе подарок. Прости. Не волнуйся. Я люблю тыквенное варенье. Знаешь, у меня возникла идея. Из этого варенья мы сделаем то, от чего все будут в восторге. В итоге мы нашли применение варенью. Теперь у нас есть тыква. И торт. Но ты не сказала мне, что леди Джиджи придет на Хэллоуин к нам. Это был сюрприз. Я так проголодалась.
А, ты ничего не забыла? А, ну конечно! Напомнить, чтобы все подписывались на наш канал и ставили лайки под понравившимися видео. До новых встреч, друзья VPets! Скоро увидимся! Ты и вправду проголодалась. Прически, красота!